Всем привет, дорогие друзья! Начинаю видео с нашего попугая Ксюши. Тут меня позвал Ильюша в свою комнату и говорит: мам, смотри, Ксюша прилетела и пытается то в телефон, то что-нибудь погрызть. И, короче, пристает к нему, не дает ему спокойно сидеть, чирикает, крякает и бегает по комнатам, по всем. Детям очень радостно, когда она летает по всей квартире, и телефон пытается у него что-то забирать. Ну, очень интересная птичка, Маша прям счастлива. Помылись в бане. Ну, мы не всех мыли. Марину не стали мыть, потому что у нее голос пропадает. Сегодня ничего опять не снимала. Чисто с детьми были. А давайте поиграем в монополию. Миллиардер. Или в дурака. Сейчас решим, что поиграть на вечер. У Егорки золотые карты есть. Можно золотыми картами сыграть. Вот такие вот у нас проходят дни. Некоторые пишут: она бухала, я поэтому видео не выпускают. Ребят, я не пью, даже дети могут это писать. Поэтому у меня он с холодильника стоит, пожалуйста. Я даже не пью. Можно было давно доупиться. Так что вот такие вот дела. Завтра у Марины день рождения. Завтра поеду ей, куплю подарок. И тортик сделаем, какой-то сладкий стол, да, сделаем. Праздник, шарики где-то у меня лежат на надуть, их надуем, пока она будет спать, все приготовим ей. Так что, если вам интересно, оставайтесь с нами. Всем привет, сегодня у нас 4 января. А это значит что? Это значит, у дочери день рождения. Поехала я покупать подарок ей. Хочу купить интерактивный планшет, ну а там посмотрим, что магазин будет. Тайсон! Тайсоном все в порядке. Ладно, идем на автобус. Всем привет, дорогие друзья. Я съездила в город, купила ребенку подарок, но покажу его позже за столом. Что еще помимо подарка купила? Купила рулеты сладкие, вот такие вот. 2 штуки с вареной сгущенкой. Потом купила с нежный бисквит с клубникой. Ну-ка, скажи мне орать. Потом взяла 2 булки белого. Сейчас скажут, а что, ребенок без торта остался? Нет, дети не останутся никогда у меня без торта. Купила 2 тортика. Вот такие вот. Один такой. И второй точно такой же. 2 торта ребенку на день рождения. И купила молока. Ну и купила подарок. Подарок не обошелся. Ну, 1500, грубо говоря. 1550. Подарок обошелся, но покажем его, когда уже за стол сядем. Будем Марину поздравлять. Свечки не купила. Кто-то в магазин сейчас побежит за свечками. У меня свечек нету. Надо свечки купить, чтобы Марина задула. Ладно, сейчас отправлю кого-то из детей за свечками. Мариночка, тебя мы хотим поздравить, кружки отодвинем. Смотри, какой у тебя, вот такой вот у Марины будет красивый торт, так как у Марины сегодня день рождения. Марина, подожди, подожди. Загадай желание, что ты хотела бы. Ване нельзя. Что ты хочешь, чтобы у тебя сбылось, и потом задувай свечку. Ну давай быстрее думай, а то сейчас тортик-то задуется у тебя. Давай, думай, что ты хочешь. Думай, что ты хочешь. Фея-кукловол. Фея-кукловол? Я помню. Ну, задувай. Я помню. О, молодец. А теперь, Марина, мама тебе вручит подарок, о котором ты даже когда-то мне говорила, ты очень сильно хотела. Я тебе желаю, чтобы ты училась хорошо, чтобы все буковки выучила. А для этого тебе поможет вот такой вот планшет. Красивый, давай подарим, покажем нашим подписчикам. Вот такой вот планшет мы сегодня купили. Ну, он не дешевый, я вам так скажу, но он очень
хороший, потому что тут 80 разных задач интерактивных. Сейчас мы Мариночке откроем и покажем. Это Марина не едет. А свечку заломала. Свечку Марина не надо. Есть. Вот такой вот планшет. Тут можно обучаться. Видно? Да, да. Выше чуть-чуть. Тут правописание, математика. Марина, сядь. Логика, офис, игры, музыка. Тут 80 разных. Так, вот, например, выбор. Буква А. Идти вот так вот. Ну, вот как-то так. Потом Марина будет учиться и будет... А сейчас, Мариночка, будешь пока чай пить, да? Давай пока выключим, уберем его. Все, давай пока приберем. Сейчас чай попьешь, потом включим, хорошо? Давай пока. Сейчас... Вот такой вот у нас сладкий стол. Тут рулет, яблочки, конфетки. Вот про этот я вам говорила. Шар, то, что я детям на Новый год подарила. Также будет Мариночкин тортик. Свечку мы, Мариночку, уже убираем. Сейчас мы его нарежем. Я купила так, как два тортика. Будем два кушать, да, Марина? Здоровья тебе, Мариночка, самое главное, побольше. И всего самого хорошего. Спасибо. Все, сейчас будем пить и кушать, да? Детки сели чай пить. Мариночка, вкусный тортик? Да. А Ване пока дали планшетом поиграть, а то он разревелся, да, Ваня? Ну, там много, да, светопрограмм? Потом будут дети сидеть вместе с ней, изучать и смотреть. Ване не надо так. Садись, Ваня, тортик кушай сначала. Вон там твой тортик. Конфетка-улитка, но очень вкусная. Всем приятного аппетита. Ребята тут чай попили. Смотрите, у нас Ксюша везде летает. Да, Ксюша? Ксюш, привет. Везде летает козюля. На, убрать со стола. Сейчас будем со стола все убирать. И я хотела показать. У меня пришла вот такая вот посылка. Уже несколько дней лежит. Надо разобрать ее. Это от Грандсток. Убирай тортики, чтобы Ксюша их... А давай сначала помоги мне коробочку открыть, пожалуйста. Сейчас Света откроет, и мы вам покажем, что там внутри. И ссылочку, кстати, на Грандсток оставлю, ребята. Проходите по ссылочке в описании и заказывайте. Марина там опять, значит... Ну, давай, иди там разберись, что там они. Тут заказ у меня небольшой, сразу говорю. Я заказывала себе платье, две юбки, платок. Ну, и тут бумажки всякие лежат. Давай, открой мне, пожалуйста, мы сейчас тебе покажем. У меня получается, вот сейчас платок Света открывает 358 рублей. А тут что, несколько платков? Тут три платка. Да, упаковка из трех платков. Открой полностью их, показать, какие рисунки. Слушайте, так они большие. Это я заказывала на кухню, хотела. Вот один вот такая вот расцветочка. Смотрите, какой классный, да? На кухню, потому что, чтобы волосы были закрыты. Второй такая расцветка. Ну, очень красиво, мне нравится. Они такие тоненькие, да, Света? Хорошенькие. Ксюша! Ксюша тут села на койку и прям по духу кричит. И третий. Ну, давай, прибирай. Дальше, что у нас здесь? Юбка женская. Это юбка. Открывай. Всю одежду я заказывала 52 размера на себя. Так, положи. Угу. Ну, это так, чисто дома ходить, да чего, такая вот юбочка, но мне она... Так, нет, подожди, Свет, вот так вот должно быть. Да, вот так вот получается. Она прошита хорошо, такая ткань не должна прилипать к капронкам или что-то. Сверху здесь, ребята, идет резиночка. Но я потом все примерю и обязательно покажу. 52 размер, у меня юбок потому что вообще нету. Решила, короче, это... Подожди, нет, давай вот этого сначала. Это платье потом в конце покажем. Дальше.
Эта юбка уже более такая строгая. Где-то на выход с капрончиками, да, с блузочкой можно будет одеть. Переверни ее. Ну, она такая обычная, тут ниточка. 52 размер. Здесь как резиночка идет, тоже без всяких молний. Я не беру молнии, нет у меня никаких разрезов на юбочке. Ничего такого нету. Ткань хорошая. Ну-ка, Света, посмотри, она тянется, нет? Нет, в другую сторону. Да, она тянется, все. Сейчас покажем, какое платье пришло. Так, сейчас мы откроем платьишко. Ох, какое оно красивое. Уже классное платье, такое качество классное. 52 размер, модель вот такая вот. Все вот. Что, подожди. А, это просто спереди, это как украшение делает. Рукава на 3/4 будут. Ну вот, сейчас померим, посмотрим, что получится. Ну, очень красивое. Сейчас померю и покажу. Обязательно. Карманов тут нету, ребята. Так, а сзади как оно идет? Сзади тоже обычно такое. Ткань такая, знаете, интересная. Ну, вот такое платье по цене. Так, у нас получается платье 1134, юбка женская черная 717, вторая юбка 784 и платки за 358 рублей. Вот такой вот у меня был небольшой заказ. Сейчас померяю все и покажу. Дорогие друзья, одела первую юбку. Она в талии очень хорошо. И вот так вот смотрится. Юбочка очень хорошая, не сильно длинная, она еще тянется, можно еще растянуть ее. А так в целом вот такая вот юбка, мне очень нравится. Вторая юбка вот такая вот, тоже в талии она хорошо. И вот немножко идет расклешонка. Вот что. Но в целом, мне кажется, она на мне хорошо смотрится. Напишите обязательно в комментариях, как вы думаете, какая из юбок лучше. Вот такое вот, ребята, платье. В целом мне нравится. Вот оно по фигуре прям сидит. Ни кармашков, ничего нет. Но вот здесь вот немножко, мне кажется, высоковато. Но вот сзади по длине мне очень нравится. Сзади так, спереди просто идет. Можно завязать какой-нибудь бантик красивый. Сейчас попробуем завязать. Ну вот так вот. На 3/4 рукав. Ткань такая приятная, вообще удобная. Напишите обязательно, как вам. Или мне кажется, все-таки большой размер немножко. Жду ваших комментариев. Вот такой вот у меня был заказ от Grand Stock. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайки. Сейчас, кстати, вот меня снимает Света, а к ней на плечо села Ксюша. И Света стоит, бедная, аж боится шевельнуться. Ссылочки на Grand Stock, дорогие друзья, я оставлю в описании. Проходите, смотрите. Мне магазин очень понравился. Также мне понравились там и юбочки, вот черная юбка. И вот эта вот юбочка тоже мне очень понравилась. Поэтому ссылочки оставлю в описании. Проходите, смотрите. На скидку ссылку тоже оставлю в описании. Смотрите и пишите в комментариях, что вам из этих трех вещей больше понравилось. А вот эта помощница, которая нам помогала снимать. Света, не хочешь показывать? Ксюша, иди сюда. Иди сюда. Клеваться не надо. Не надо клеваться. Ух ты, клевачья. Вы посмотрите, какая не идет. Зато помогает снимать Свете прям упорно. Съемщица ты наша. И Света, помните, сделала маникюр? Покажи палец, который сломался. И у нее один ноготь отпал. Остальные ногти нормально, да? И вот эта вот наша, которая помощница в съемках, ну прям вообще самый главный режиссер. Так, Ксюша? Ксюш. Ксюшка. Ти моя Ксюшка. Ух, прям на сею готова залезти. Ладно, вот такая вот у нас птичка, которая по всей квартире бегает и летает. Даже к Ильюше заходит. Я вам кадры, кстати, вставлю тоже. Как она у Ильюши на столе там шкодничала. Всем еще раз здравствуйте. Все, Марина отпраздновала свой день рождения. Чай попили, фруктовый стол сделал немножко, конфетки. Там свечку вот такую вот ей делали.
И все, больше как бы ничего. Сейчас хочу поприбирать все и на что-то сварить на завтра, на утро кушать. Что, Ксюша там, а, да? Ну ладно, пускай Ксюша играет. Сейчас поставлю яйцо варить. Также хочу плов сделать. Так. Яйцо поставлю варить, крабовый салат хочу сделать. Что-то ничего такого дети прям есть не хотят. Ну, хоть крабовый салат поедят. Да майонез надо сделать еще. Так, 4 яичка оставлю. Хватит это на салат. Будем варить плов, скорее всего, кашу. Ну, или каша рисовая, что там будет. Я достала в том, что свинину. Это я хочу на завтра сварить, потому что сегодня у нас есть что кушать. И также мне надо разделать 2 курицы. Я их достала размораживать. Хочу разделать на кусочки. Ну, посмотрим. Может, еще и супик сварим на завтра, чтобы завтра с утра рано не вставать и не готовить совсем рано уже. Так как сейчас дети дома, поэтому приходится постоянно на кухне быть. Поэтому вот такие вот у нас новости. А так вы видели, что мы ничего такого не праздновали. Чисто ребенку сделала фруктовую нарезку небольшую. Купила 2 торта, 3 рулета. Они уже все съели, конфеты достала. Вот и весь праздник. Марина довольна, сидит в планшете, играет. Да, планшет стоит 1500. Я знаю, что вы сейчас скажете. Настя, ты деньги на ветер бросила. Это мое дело, какие мне ребенку подарки покупать. Какие хочу, я такие покупаю. Есть у меня возможность, я и купила другой подарок. Так что, как-то вот так. Ладно, сейчас все приготовлю, затоплю печку и вернусь к вам. Нарезала курицу на куски, но вот здесь вот голени, крылышки, это я хочу замариновать, потом в духовке запечь. Тут филе, а спинки, да что уже на суп поставила варить. А тут кожурка и попки от курицы, это я сейчас Тайсону поставлю тоже варить. Ладно, занимаюсь дальше курицей. Так, замариновала курицу, пусть маринуется. А филе я хочу мелко-мелко сейчас нарежу и потом как-нибудь сделаю котлетки с овощами еще перемешаю. И получится как котлетки, ну такие, что-то рубленые как котлетки. Так как у меня мясорубки нет, будем изощряться, мелко-мелко нарежем мясо. Я готовлю кушать. Вот эта кастрюля стоит, это для Тайсона. Сразу буду, чтобы не горели, там пену не убирают или что-то. Тут у меня как наподобие плова что-то. Ну, каша может получиться, плов со свининой кусочки. Вот, готовятся. Дальше. Здесь решила отварить яйцо с картошкой. Может или салат сделать, или там рыбка соленая есть, поедят. А здесь для супа. Сейчас как раз пенку сниму. Буду варить супик. Сварила я уже кашу с мясом со свининкой. А также сварила вкусный супик. Сняла платок уже с головы. Голова аж гудит. Можно уже идти отдыхать. Сейчас налью себе кофе и пойду для вас монтировать видео. Вот такой вот сегодня у меня был влог. Если вам понравилось, не забывайте поставить лайк, подписаться на наш канал. И написать ваш комментарий. Всем желаю крепкого здоровья. Всем говорю пока-пока.